Начали мы новый объект. Вот уже сделали некоторое количество плитки. Не успели снять. День первый, второй, третий, четвертый. Вот тут лежит оборудование. Его очень много, большая куча. Оно лежало вот здесь, в центре зала. Первый, второй день мы готовили площадку, чтобы переложить оборудование. Протянули ее, уложили плитку. Третий день затерли. Вдвоем это начали. И сегодня уже к нам пришло два помощника. Мы уложили вот такой кусок плитки. И тут у нас свежая закладка. Сегодня сделали. Уже перегрузили сюда железо, все, освободили центр. Сейчас затянем его клеем. Так, готовим новую поверхность. У нас такая площадь. Полы достаточно кривые. Тянем правилом. Вот такие у нас полы, очень кривые, в общем, такая ерунда. Видно, да? Да, видно. Зазоры. Вот такие полы везде, в принципе, больше или меньше. Мы их вытягиваем клеем. Снимают, да. Вот такой вот свой получается. Смотри, вот здесь вот видно. Такие местами. Видно, отлично. Вот, хорошо. А все, выключай. Видно будет, не видно. О, видно, видно, вот. Отлично, видно, да. Вот такие вот есть у нас шишки тут. Наверное, видно, да? Да, да, видно. Вот, с нее мы будем затягивать. Там вот у нас есть фокус свой. Да, там надо
тут вот у нас получается на нет. Да, вот мы вышли на нет, на вот эту шишку, да, и просто сравняли немного поверхность, сделали более плавный наклон. Тут у нас в центре зала трап стоит. Покажи. Тут у нас трап, и по сути будет наклон в этот трап. Он пока так временно установлен. Все выключать. Вот тут очередная яма у нас тут. Затягиваем. Отлично, да, видно.
Здесь у нас старая уже есть выровненная поверхность, установились реплики. Свел две поверхности. Все? Thank you.
с разных сторон мы тянем. С разных сторон. Поляна. Скажешь что-нибудь? Точим. Громко. Точим, говорю. Стачиваем. Шишки, бороды. Вот это у нас тоненький слой, это старая стяжка, видно там гидроизоляцию чуть-чуть. Да, вот, миллиметра три. Тут тонкий слой, вот здесь вот видно, сухой. Здесь вот у нас более толстый слой вышел, да? И вот что получилось, да, небольшие просветы есть, но в целом уже правило не скачет. Правило не скачет, и у нас он туда к трапу уже тонкий идет. Вот светлые, это видно, бугры. Вчера парни подравнили. Самое главное – прижимать.